Всем привет, ребята! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня у меня будет такое видео. Я буду проверять покупные слаймы и лизуны. Поэтому не будем медлить. Давайте перейдем к самому видео. Вот столько у меня есть покупных слаймов. Я их специально купила для видео, чтобы посмотреть их вместе с вами и проверить их на качество. Итак, ребята, первый слайм, с которого я хочу начать, это будет вот такой вот слайм. В этом слайме мы видим вот такую вот змею. Давайте откроем. Он очень прозрачный, но я уже чувствую то, что он желейный. Он очень плохо вынимается из баночки, очень крошится. Итак, вот этот слайм. Кликает он довольно хорошо. Посмотрим, как он тянется, если его медленно растягивать. Ну, в принципе, если растягивать медленно, то он будет тянуться. Вот. Хрустит он так себе. Очень желейный. Все слаймы я буду оценивать по 10-бальной шкале. И этому слайму я, наверное, поставлю 6 из 10, потому что он как бы желейный. И с ним невозможно играть. У меня есть свой инстаграм-магазин со слаймами, где куча положительных отзывов, и где я продаю свои слаймы, где вы можете купить мои слаймы. Также новых активных подписчиков я лайкаю, кто постоянно пишет комментарии, лайкает и так далее. А еще на моем аккаунте со слаймами скоро выйдет офигенный американский листок, который будет высокого качества, где вы сможете купить мои слаймы. Поэтому, если ты не хочешь ничего пропустить, тогда подписывайся на мой инстаграм-магазин со слаймами, ссылочку я оставлю в описании, и следи за новостями. Итак, следующий слайм, это вот такой он перламутровый. Открыли первую ячейку, слайм очень красивый. Пахнет он, не знаю, какой-то клубничкой. Если его медленно растягивать, он тянется. Если его быстро растягивать, то он тоже будет рваться. Но он очень вкусно пахнет. Давайте перейдем к следующей ячейке. Итак, вот следующая ячейка. Тоже очень вкусно пахнет. Очень красивый. Если медленно растягивать, то он будет тянуться и хрустеть. Ну, кликает он так себе, потому что это все-таки маленький кусочек слайма. Но этому слайму я поставлю 8 из 10, только из-за того, что он, ну, не тянется, если его быстро тянуть. А так он очень вкусно пахнет и очень красивый. Третий по счету слайм это вот такой вот смайлик. Так вот, я его открыла. Давайте проверим его на его прозрачность. Хотя и так видно, что он прозрачный. Но, по-моему, он тугой. Так вот он кликает. Давайте его попробуем растянуть. В принципе, он тянется. И он очень классно хрустит, если его медленно растягивать. Он чем-то пахнет сладеньким, но я даже не могу понять, чем. Вот этому слайму я поставлю 9 из 10, потому что он, в принципе, классный. Его единственный минус то, что он тугой, и из-за этого он не тянется, если его быстро тянуть. Но если его растягивать, в принципе, медленно, то он будет тянуться. Вот следующий слайм. Он очень красивый, тут есть вот такие вот бусины. Ой, он крошится. Он, ребят, прозрачный, но я прям уже по ощущениям поняла, что он будет очень желейным. Вот, даже смотрите, как он вынимается кусками такими. Давайте его медленно будем растягивать. Бусины уже упадают. Я даже медленно его не могу растянуть. Из него выпадают бусины. Бусины. Да, Софа, бусины. Этот слайм вообще ничем не пахнет. Этому слайму я, наверное, поставлю вообще 5 из 10, потому что он не тянется, даже если когда его медленно растягивать. Из него выпадают бусины, он очень желейный, такой плотный. То есть он даже не пахнет ничем.
наверное, будут в комментариях писать: ты всегда с сестрой снимаешь? И дальше у нас идет слайм, который в виде драконьего фрукта, вроде так называется, драгон фрукт. Ребята, вот я его еле-еле открыла. Мне еще даже понадобилась помощь. О боже. Что с ним? Просто, знаете, как кусок резины. Короче, ребят, тут даже оценивать нечего. Посмотрите. Этому слайму вообще я ничего не ставлю. Давайте перейдем к следующему. Так, следующий слайм, который я хочу открыть, тоже вот такой вот в виде животного. Он прозрачный, но он тугой. Давайте его попробуем медленно растянуть. Но его даже медленно не получается растянуть. Но он очень красивый. Пахнет он тоже ничем. Этому слайму я поставлю 7 из 10, потому что он очень тугой, он желейный и вообще не тянется, даже если его медленно растягивать. Опять идет слайм в виде животного, перламутровый, он очень вкусно пахнет каким-то апельсином. Ребята, он очень мягкий, очень классно тянется, хрустит. Он совсем чуть-чуть тугой, вот так вот он тянется, если его медленно растягивать, но потом он тоже рвется. Но этому слайму я поставлю 9 из 10, потому что его единственный минус — это то, что он совсем чуть-чуть тугой. Так, с ним все отлично. Далее идет вот такой вот слайм в виде яйца. Капец, ребят, он походу тоже испортился, как резина. Тут тоже мне нечего ставить, он воняет, вообще испортился. Дальше идет вот такой вот слайм-смайлик, он фиолетового цвета с блестками. Ребят, он тугой, я когда его пытаюсь медленно растянуть, он не тянется, то есть смысла вообще нету. Вот. Вот так вот он кликает. Ну, в принципе, этому слайму я, наверное, поставлю 7 из 10, потому что он тугой, не тянется. Так, дальше слайм идет вот такой, он очень классный, никогда не видела таких слаймов именно вот с таким вот дизайном. Давайте его откроем, он в виде яблочка. Тоже он очень красивый, то есть он оранжевого цвета с желтыми блестками, но он очень тугой. И по всей видимости, растянуть я его тоже не смогу. Даже если буду тянуть медленно. Этому слайму я поставлю 7 из 10, даже, наверное, 6. Потому что он не тянется. Очень тугой и твердый. Он даже как-то, не знаю, уменьшился, что ли, не знаю. Очень странно. Ребята, и напоследок я оставила вот такой слайм. Он очень прозрачный, очень красивый. Надеюсь, то, что он меня не подведет и будет мягким. Очень прозрачный. В общем, вот, я его вынула. Он, в принципе, желейный, но и очень мягкий. Хрустит. И очень хорошо кликает. Он даже тянется. Нежели чем остальные слаймы. Тут вот такая вот еще игрушка «Морской кот». Этому слайму я поставлю 10 из 10. Он мне очень сильно понравился, и он мне понравился больше, чем остальные. В общем, ребята, давайте сделаем выводы. В принципе, какая цена, такое качество, этого стоило ожидать. В общем, на этом мое видео заканчивается. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на все мои соцсети, которые указаны в описании. Я вас всех очень сильно люблю, и всем пока. Ждите новых роликов.